Всем привет, это мистер Ник. Это прохождение карты Skyblock, первая серия. Я уверен, что вы знаете, что такое Skyblock, поэтому объяснять не буду. Если вы действительно не знаете и находитесь сейчас в затрудненном положении, я вам постараюсь объяснить, что это. Skyblock — это карта в Майнкрафте, хардкорная карта на выживание, в ней очень сложно выживать. Здесь ограниченное количество ресурсов. Это особенность этой карты. Здесь есть некоторые ачивки, которые нужно выполнить, чтобы пройти эту карту. Или просто на ней поиграть, повыживать. Эти ачивки, например, такие, как сделать генератор булыжника. Вот мы сделали. Построить портал в ад, сделать мобоферму. Еще там что-то можно сделать. Еще можно... Но есть такая ачивка. Нарубить дров там. Посадить кактус. Еще, короче, много всякой всячины. И вот на протяжении видео некоторых. Ну, видео, которые я буду снимать, я буду эти ачивки выполнять постепенно. Потому что в одном видео это все не получится сделать. Хотя нет, получится, если видео будет часа на два длительности. Но у нас, к сожалению, нет на это возможностей. И тем более не думаю, что вам будет весело смотреть 2 часа, смотреть одно видео. Поэтому я буду разделять на мелкие такие кусочки по 10, по 20 минут. Все, я вам объяснил так более-менее. Сейчас нам нужно нарубить дров, но мы вырубим не полностью все дерево, потому что нам нужны будут ростки. Без дерева мы дальше никуда не сможем продвинуться. Мы не проживем нормально. Без камня не проживем, так что нам все, каждый ресурс, который тут есть, нам нужен для выживания. Поэтому тут мы все аккуратно и экономно будем делать. Сейчас соберем максимальное количество этого земли. Она нам понадобится для огорода, потому что огород — это наша еда. Без него мы тут не выживем. Кстати, играю на версии 0.12.3. Самая, наверное, последняя версия Майнкрафта Pocket Edition. Не очень сильно она отличается от 0.12.2 и 0.12.1, но все же, мне кажется, есть какие-то отличия. Так, делаем верстак. Сейчас сделаем кирку. И вообще, мне кажется, что нам лучше передвинуть сундук подальше от лавы. Я не думаю, что сундук славы — это хорошая идея. Так. Начнем сейчас копать камень. Нам очень надо, нужно будет. Без камня мы тоже не проживем. Плюс нам надо будет немножко расширить остров, дробить дерево, ростки упадут. Построили небольшую платформу такую для сундука. Сейчас мы этот сундук все сложим. Для того, чтобы это все не потерять, не упасть вместе с ним. Если упадем с киркой, еще ладно, не жалко как бы. А если вот со всеми остальными вещами, то это бы... Кстати, вот я нашел одно отличие между Майнкрафтом 0.12.1 и 12.2. И 12.3. В 12.1, 12.2 нет, но если нажимать на кнопку красца, то он не приседает, а тут приседает. Более реалистичная такая графика. И по ходу того, как я буду играть, я, наверное, еще буду находить какие-то отличия. Так. Сейчас сделаем каменную кирку, чтобы быстрее копать. Сейчас вам еще покажу один секрет в том, как копать каменной киркой из генератора булыжника очень быстро. Наверняка вы все его знали, если не знали, то будете знать. Вот, мы ломаем один камень, и до того, как он появляется, за секунду,
Еще раз нажимаем, чтобы рушить, и в этом быстро начинает спавниться. Я не знаю, честно, с чем это связано. Случайно этот баг заметил. Собираем. Сейчас вот этот вот расширим немного остров, чтобы весь выкопанный камень никуда не падал. Я имею в виду мимо острова. Потому что он нам нужен будет, то что мы будем копать его впустую, это будет, конечно, не очень круто. Вот опять, за секунду до того, как появляется, даже за полсекунды, мы нажимаем нарушить. И вот когда он появляется, сразу вот мы его ломаем, таким образом он быстро будет появляться. Кстати, есть еще, наверное, небольшое отличие, сейчас проверю. Да. В Майнкрафте 0.12.2 и 0.12.1. Если вот нажимать сюда, а потом перевести на блок, блок сразу же ломается автоматически. Вот с одного касания. А тут вот, если так сделать, то как бы блок рушится нормально, как обычно. Не сразу же. Там он в миллисекунду рушится, а тут нет. Я не знаю, плюс это или минус. Больше я вроде ничего еще не заметил. Так, еще надо расширить наш остров. Сюда блок. Вот так вот нам хватит. Все, можно доламывать наше дерево. Росточки мимо нашего острова никак не упадут. Это было самое главное, почему я не хотел выломать. Кстати, уже темнеет, сейчас сделаем кроватку. Потому что нам надо будет поспать. Пока у нас остров маленький, я, наверное, буду почти всегда ползти только. Точнее, красться. Потому что упасть со всеми вещами будет как-то не очень прикольно. Так, так. Все, сделали кровать. Поспим сейчас. Это будет очень быстро. Все, мы встали. Итак. Я думаю, эта серия подходит к концу. И буду снимать серии я, наверное, каждый день. И выкладывать их тоже каждый день. И получается, что у нас еще? Копать камень, я думаю, буду вне серии. Буду копать перед каждой серией по 2-3 стака, чтобы нам хватало, чтобы я во время серии не возвращался к добыванию этого камня. Потому что не думаю, что вам будет интересно пол серии смотреть на то, как я копаю этот камень. Что я хочу вам сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Под моими видео, под видео Дана. Он, кстати, снимает про науку. Если вам интересно это, можете смотреть его видео, ставить под его видео лайки. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Мистер Ник. Всем удачи, всем пока.